Доброе утро, с вами Записки Архитектора, меня зовут Артем. Сегодня утро понедельника. Один из тех дней, когда сложно проснуться. Ну, неудивительно, что сложно проснуться после того, как ты лег спать в 4 утра. Встал в 8, пол девятого. Ну ничего, сейчас дела захватят меня, растормошат. Я буду снова бодрячком, но пока очень все лениво. Особенно эти пробки не добавляют радости ни разу. Еду уже домой. Опять как-то рутина подлутила меня. Ничего не записал. Хотя записывать ничего было. Очень много, даже сейчас ехал, думал, очень много идей для роликов, что можно интересно показать, рассказать. Но все это требует времени, и его катастрофически не хватает. Сейчас попробую что-нибудь исправить в своем режиме дня, чтобы более эффективно расходовать время. В том режиме, в котором я сейчас нахожусь, я почему-то ничего не успеваю. Из-за этого затягиваются сроки по проектам. На объекте куча вопросов нерешенных остается. Надо разгребать. А еще оцените погоду на Урале. С утра было минус 16 или 17. С утра минус 17, к вечеру 0 градусов. На дороге появляется каша, грязь летит. Вот за что я не люблю погоду на Урале, так это за ее непредсказуемость. С утра ты можешь замерзнуть. Через 1,5 километра съезд. Поверните направо. С утра замерзаешь, днем тебе жарко, к вечеру либо снег, либо дождь, либо еще что-нибудь. Никогда не знаешь, как одеться. В итоге таскаешь с собой кучу одежды. Летом то же самое. Утром нужно куртку брать, иначе замерзнешь. Днем куртку снимаешь жарко, а потом к вечеру опять замерзаешь. В итоге весь день эту куртку в руках таскаешь.